Разумков розсекретив Зеленського, здав всі його плани, шокував всіх. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! У одного из коллег есть бабушка, которая сказала, да, це добре, що ця тисяча є. Все остальные смеются откровенно или же говорят, что над ними издеваются. Потому что те, кто работает, все прекрасно понимают, что у людей забрали после поднятия налогов с каждых 10 тысяч 350 гривен дополнительно. Все понимают, что когда подняли тарифы, то они поднялись уже в два раза, если сравнивать с началом войны. И этой тысячи их перекрыть будет невозможно. То есть у вас забирают 10 тысяч, грубо говоря, и вам в качестве подачки кидают эту тысячу. А у меня такое ощущение, что они просто решили напоследок заработать, потому что их можно потратить куда? Их можно потратить на поход в кино, где будут показывать, наверное, 95-й квартал, какой-то фильм снимет. Можно будет сходить, купить книжку. Я думаю, что стоило бы сразу в программе прописать, что можно купить только книжку Зеленского. Там вышел ряд книг по поводу каждого месяца его героической борьбы. Не украинского народа, который действительно борется. Просто представители власти часто путают себя и украинский народ. Потому что при всем уважении или неуважении к офису президента, к президенту, к Кабмину, к Верховной Раде, в которой я в том числе работаю, это не персональная заслуга депутатов, президента, министров или руководителей офиса президента. То, что Украина выстояла и борется, это заслуга украинского народа. Просто часть из вышеперечисленных людей является его частью и думает о будущем страны, а часть является паразитами, которые на нем паразитируют и зарабатывают. Так вот, возвращаясь к вопросу про тысячу, их можно потратить на билеты Укрзалезницы. Ну, исходя из того, что выступала Шуляк и сказала, что денег на компенсацию восстановления жилья для тех семей, которые потеряли дома, квартиры во время начала полномасштабного российского вторжения, в бюджете просто нет. Видимо, им хотят раздать эту тысячу, чтобы они могли выехать за рубеж. Mm-hmm. И там дальше строить свое будущее, чтобы они здесь не мешали разворовывать страну действующим представителям власти, которые достаточно успешно с этим борются, вернее, справляются. Бороться не выходит, а вот справляться выходит. Поэтому, в принципе, это выглядело бы смешно и была бы неплохой сценка 95-го квартала, если бы это не были бюджетные ресурсы, которые будут использоваться в личных целях. Почему? Потому что, во-первых, они уже начали путаться в показаниях. До этого речь шла, что раздадут каждому украинцу. До этого, ну, гражданину Украины. До этого была информация, что по состоянию на сегодня граждан Украины 31,7 миллиона. Если взять 31,7 миллиона, умножить на 1000 гривен, выходит 31,7 миллиарда гривен. Вам для понимания, после поднятия налогов до конца этого года они планируют получить 58 миллиардов. По факту это будет меньше, потому что будет тенизация бизнеса, люди будут закрываться, люди будут уезжать и многие другие вещи будут происходить. Но суть даже не в этом, мы не рассматриваем этот вопрос. Мы говорим про то, что они у всех из кармана достали деньги и сейчас раздадут назад по 1000 гривен. Притом таким образом спалят больше, нежели половина от того, что фактически планировали получить. Планировали, а не реально получат. И дальше следующий вопрос, что это прикрывали историей, что не хватает на армию, а оказывается не хватает не на армию, а на Вовину тысячу. Вот это как раз те примеры, с которыми мы сегодня столкнулись, и каждый адекватный украинец это понимает. То есть у вас, знаете, это как вор, который у вас забрал кошелек, выпотрошил все и оставил 1000 гривен на дорожку, чтобы вы могли как-то доехать до дома. Вот, помните, в 90-х годах были гопники? Вот это вот очень сильно напоминает. Вытрусили через тарифы, через поднятие налогов, через коррупцию, через все. Потом говорят, ну и чтобы вы могли куда-то уехать, нате вам еще на билет 1000 гривен. Вот это то, что мы с вами сегодня видим. Поэтому история про тысячу, я слабо ее понимаю,
А я же почему начал говорить, что они начали путаться в показаниях? Потому что дальше появилось, что это уже будет только для тех, кто находится в Украине, а те, кто за рубежом, не будут получать. А второй момент, что а как дети должны будут получить через ДИЮ? А как это будет для военных? И в какой кинозал по логике офиса президента они там будут ходить? Вот сегодня, наверное, в Курахово очень интересные фильмы показывают. Да. И всем бы офисом президента можно было туда съездить и его посмотреть или показать. А те, с кем я общался из военных, они не, ну, не то, что не комментируют, просто те комментарии, которые они озвучивают, в эфире повторить будет некорректно по отношению к тем, кто нас смотрит. Потому что там от украинского, украинского, русского языка не принципиально. Остались только предлоги, наивы и предложения маршрута, куда стоило бы сходить идеологам данной идиотской идеи на самом деле. Поэтому... имеем то, что имеем. Вообще непонятна была логика, это на месяц, потому что сказано было, что это программа. Программа не делается на месяц, она обычно бывает там, на какой-то длительный промежуток времени, обычно там, на год программа делается. Так вот, если взять эту программу в ретроспективе года, это 380 миллиардов гривен. А если это взять месячное, то это 31,7 миллиарда гривен. Но сейчас они будут максимально уменьшать количество людей, которые эту тысячу будут получать. Могут пойти по цвету глаз, по росту, еще по каким-то вещам. И поэтому, возможно, будут дальше идти какие-то по росту, по весу, по цвету глаз, по цвету волос, по территориальному месторасположению. Ну, потому что я не совсем понимаю. Я, если человек, например, жил в Украине все годы полномасштабного вторжения, а за неделю до этой гениальной инициативы выехал за рубеж, он получит или не получит? Вопрос. Понятно, на какой промежуток он туда выехал. Или второй пример, когда человек жил за рубежом, я не знаю, весь этот промежуток времени, а сейчас приехал. Он получит или не получит? Но смотрите, там таких вопросов в офисе президента не задают, потому что это как минимум двухходовый вариант развития событий, а там так не думают. А чисто практически, с практической точки зрения, откуда они будут вынимать эти деньги? То есть это же, их же нельзя, это же не фантики, они же не печатать их будут, их надо откуда-то вынять. Будут печатать? Будут. Официально заявлено, что есть какие-то ресурсы, которые остались на остатках Министерства экономики. Но на мой вопрос, хорошо, если у вас остались ресурсы в Министерстве экономики, зачем вы поднимали налоги, можно было забрать эти ресурсы и не поднимать тогда налоги. Но мы с вами поговорили, что фактически это минимум 50% того, что перекрывается. Дальше я наблюдаю взгляд тупой, но решительный, и никаких ответов от моих визави я получить не могу. Нагадаємо вам також, що... Нагадаємо вам, що нещодавно НАБУ, САП та СБУ провели успішну операцію в боротьбі з так званими скрутками податку на додану вартість. Вилучили понад 1 мільйон доларів готівкою. В Службі безпеки тоді зазначили, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових. Національне антикорупційне бюро також випустило прес-реліз щодо цієї операції. В ньому зазначалось, слідчі дії здійснюють у межах розслідування так званих податкових скруток, яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб, органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету. Як член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та автор ряду публікацій на цю тему, я спробую пояснити, що таке «скрутки», якими є масштаби цього явища, і чому правоохоронцям так важко їх побороти? Просто пояснити не вийде. Схеми складні, а їхні організатори – фахові та професійні фінансисти, а не типові бандити з 1995 року. Улюбленим інструментом для скруток залишаються зерно і соняшник. Спочатку їх купують за готівку у великих обсягах.
Далі зловмисники удають, що вони власноруч виростили зерно на добриві з імпортованих товарів – апельсинів, курятини, диспалива тощо. Трапляються навіть такі випадки, коли імпортери доводять податківцям, що для вирощування зерна їм конче потрібні імпортовані цигарки. Зерно пізніше продають під експорт тим, у кого виникає значний обсяг ПДВ. Особливо дивно це виглядає, коли відомі мережі супермаркетів «Варус» та «Сільпо» стають експортерами соняшникової олії. Це демонструють дані по експорту товарів, надані міжфракційним депутатським об'єднанням «Фіскальні органи без корупції». Експорт олії, звичайно, не є профільним бізнесом цих торговельних мереж. Та якщо вони купують і експортують олію, що містить у собі скручений ПДВ, такі дії мають цілком логічний та, на жаль, злочинний зміст. Згідно з інформацією, наданою нардепами, етапи формування ПДВ на олію виглядали наступним чином. Якщо інформація правдива, то участь у виробництві олії брали буцімто сигарети. Такий приклад у разі підтвердження достовірності свідчить про те, що цілком легальний та прибутковий бізнес користується скрутками. Є декілька причин, чому деякі представники легального бізнесу вдаються до крадіжки ПДВ. По-перше, навіть легальний бізнес може бути жадібним і аморальним, бо таким він просто є. Важко загалом зрозуміти, чому дуже прибуткові супермаркети купують скручений ПДВ. Але з цим, маю надію, розберуться правоохоронці. По-друге, для певного бізнесу це просто питання конкурентного виживання. Якщо один бізнес знаходить спосіб красти ПДВ, то він отримує конкурентну перевагу над іншими. Тож інші змушені робити те саме. По-третє, це мовчазне схвалення таких схем деякими працівниками Державної податкової служби. Безумовно, не всі скрутки можна виявити. Чи використав аграрій трохи більше палива, чи ні, довести неможливо. А от чи були використані сигарети у виробництві соняшникової олії, податківці бачать завжди. Скрутки – зручна форма корупції для податківців, адже за них всю роботу виконують організовані злочинні групи. Схематозники організовують скупку документів в імпортерів та знаходять клієнтів-покупців на них. В таких схемах податківцям не потрібно ставити ніде жодного підпису. Їм просто потрібно їх не помітити. На будь-які запитання від правоохоронців завжди можна відповісти так. У нас реєструється за день 5 мільйонів податкових накладних, у нас зарплата середня 12 тисяч гривень, працюємо і так 14 годин на день, не все побачити можемо. Всі ці цифри правильні, але в реальності податківці бачать майже усе. Причому в режимі онлайн, а не через деякий час. Щоб прикрити свою бездіяльність, часто податківці самі згодом знаходять скрутки і рапортують про них в правоохоронні органи. Буцімто, вони не одразу їх виявили, але фірми потім рахунки вже прикрили. Тож, мовляв, вибачте, що пізно, але раніше через навантаження не було фізично змоги. Згодом правоохоронці змушені доводити причетність податківців до схем, про які ті самі правоохоронцям і повідомили. Таку справу дійсно дуже важко довести в суді. Джерела у правоохоронних органах кажуть, щоб вкрасти 1 гривню, податківцю необхідно дати вкрасти іншим 19 гривень з державного бюджету. Такою є сумна математика такого явища, як скрутки. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом! Слава Україні!